отдавала. Потом я пошла к старшему. Платок у тебя платка нет или что? Нет. А где твой платок? Вот. А у нее забрала? А у нее вот он. Ну а как ты содрала с нее? Почему? Она начала мечом меня взяла и забрала. А что это такое? Просто. А? Я просто хотела поехать. Просто мне не надо, я слово просто не люблю. Вот она маленькая девочка, у нее видно, что она меньше тебя насколько. У нее хороший платочек. И ты вдруг с ее платок, ее что, больше заниматься нечем или что? Зачем ты с нее платок брала? Объясни. Ну, ты ничего не можешь объяснить. Это необъяснимое явление. Она тебе не дает, он тебе платок с нее нужен. А зачем снимала? Она мне сказала, скучно было. А? Она ко мне сказала, скучно было. Тебя разогреть надо, чтобы тебе не скучно было? Нет. Так у тебя платок еще есть? Да, а только он грязный. Надеть на нее грязный платок, и днем будешь ходить, никогда снимать не будешь. Принеси платок. Конечно. Тебе надо платок, я на тебе все, что тебе надо, я тебе все дам. Только ты потом будешь не радоваться. Понимаешь, как вот? Тебе скучно было, читать надо, на турнике заниматься, в мячик играть, работать, все больше так, делать это. Зайди он помолись отдельно. Понимаешь, скучно собрала платок. И ты сама по кости будешь рассказывать. Чего может тебе? Могу ли я это думать, что она берет платок, потому что скучно? Но она ведь стала с ней играть, я говорю, это вот можно похоже, как кошка с мышкой играет. Ты забрала повыше, она тебе отдай. Я, говорит, сразу отдала. Говорит, ты не сразу отдала, она бы не заплакала. Я не пойму, зачем тебе это затевать? Ну, сейчас ты смотришь на меня, что ты думаешь? Расскажи, что ты думаешь сейчас, когда с тобой разговариваю? Много что. А? Много что думаю. Ну, а что ты думаешь конкретно? Хорошо бы, если я к тебе не приставал, правда? С утра нормально было. Дали задание, ты работала нормально. И вдруг на тебе кверх ногами все поставила. Так. Надень, не стирать ничего. Надевай сверху этого платка. Стой сверху, стой здесь. Закались под низом и будешь ходить в нем. А когда уезжать она будет, тогда отдашь. Не так сделай. То у тебя сделай, как двойной, как в церкви. А этот подбежи здесь. То сделай как следует. Давай. Я не пойму, ты волосы то ли стрижешь, что ли, что? Нет. А что я тебе? Они плохо растут у нее. А? Плохо они растут. У нее всегда плохо росли. Вот такие выросли, знаете. Значит, она свой платок сейчас надевает, помогите ей. А второй, чтобы вот сюда надевала. Давай. Пусть даже без булавки. С нее сожрал платок. И не отдает. Зачем? Скучно было. Да вообще. Такого еще и не было. Смотри, как завязывает. Вот так все время завязывает. Теперь надевай второй ее платок грязный. Делай. Ничего не будет тебе. Не стирать, ничего нельзя. Ты что, под булавку или что? Вот так, подвязывай под себя его. О, красавица. Ну, так она его постирает и будет носить. Нормально. Ну-ка поверни. Ну, куда выше ты? Так, можешь постирать тогда его. У тебя еще красивее будет тогда. Ты обдумала, что неладно делала? Да. Попроси у нее прощения. Прости. Она хорошая девочка, как у нее. А теперь в платочке ее будешь ходить, пока я не увижу, что ты не справилась. Она говорит, ты прости ее. Я ее простила. Молодец, играйте вместе. С сегодняшнего дня, чтобы ты все время играла с ней. Хорошо. Давай. Ну, Галь, ну 44 года я это все. У меня даже ума не хватит такое наказание придумать. Тут еще похлеще было. Из туалета принесли и помазали ей по стенам, где играет теннис. Вот так. И что делать? Ну что? Ну это вопрос, это что делать? Надо же убирать. Надо и убирать. И как-то наказать. Наказать, чтобы больше не было. И так, как это было. Ой-ой-ой. Тут с одним Илюшей не поправишься. А я 44 года путаю. Так это ладно. Еще обслуга между собой бывает. Бывает. Вот. Сидит, что я не знаю, Сергей Пупков. Не поладил, сжёг мне раниной.
У Жолнировой-то не ладит чего. Не поладил? Она вон какая хорошая. Она хорошая. А он что-то заерепенил. Я знаю, Игнатий. Игнатий Ильич, я знаю. Давай. Он говорит, надо в первую очередь подавать мужчинам. Она говорит, маленьким детям. Ну и начала. Он говорит, она говорит, что ты мной командуешь? Мой только муж командует. Он говорит, а я тут за главного, я командую. Ну и вот в этом у них произошло. Вот, дело в том, что Сергей правильно сказал. А почему? Нужно накормить сначала командный состав. Потому что во время обеда внезапно может кто кормить, кто-то кто, они не поели. Это везде всегда так. А потом самых маленьких, а после этого подается средним. Сергей, как сказал, правильно-то. А ее, видишь, зацепило, что-то на кухне командует. Я за него испугался, у него сразу на шее сбухли, что он саркома была. И у него как шишка не пошла опять. Понимаешь? А чего? Я говорю, ты вот теперь вот проси прощения теперь есть. Скорее давай ему шею воротник подними, на солнце не ходи. Он в больницу ложится, там чуть не операция. Я говорю, ничего не надо. Святая вода и молись, и у него все прошло. Как разрулить-то? У меня тут был человек, он священником стал, очень серьезно. Работал когда-то в органах КГБ. Ну и посмотрел далеко приезжать с Украины здесь. А приехали с Черного моря на навозную кучу. Не один год, а с Черного моря. Ну и говорит, мы, наверное, обдумаем. Я вот подумал, надо дома организовать лагерь-то. Ну не такую, да. Мне с ребятишками командой приезжают. А у меня тут была одна старообрядка и одна новообрядка. А новообрядка кандидат наук. А старообрядка-то, как всегда, ничего у нее нету. И они между собой распорили. Да распорили крепко. А он наблюдает, что я буду делать с ними. Я тогда эту вызвал и говорю, ну, значит, у тебя звание-то и прочее. Ну ты с кем споришь-то? Ну уступи ты ей. Ну пусть она тут будет, ну подвинется-то на улицу будет, там и сидят комары, там что они там, палатки в одной будут. Ну и разрулил-то, а он подошел ко мне маленько погодя и говорит, нет, лагерь нам не образовать, почему я бы не разрулил, говорит. Да. Они пусть все. А я их помирил, они уже работают, дальше все так. Надо знать, где попятиться у них, это искусство, большое искусство. Да, я прав, но я попятился. Со мной, когда мы ездили, вот, ездили тогда там Третьяков и Вадим Попов. Помнишь, они как они там? Я не знаю, что они. Я помню, что они ездили с вами. Ездили. Ездили-то ездили. Ну, деньги-то они платят. Я говорю, теперь подаю деньги. Каждый день по 30 тысяч. Где ж наберешься? Куда деньги-то идут? На бензин. Ну вот, я подбил их, а денег не хватает. А ты там что-то не ходишь? Вадим, а что я, вор? Я не говорю, что ты вор, но ты отвечаешь за это. А он считает, математика у него в голове работает. Ну и тихо. Дальше. Иди там, ну, ты можешь молчать, что ты там вякаешь, не пойму. Что ты, вор, подаешь, когда взрослый разговаривает, а ладно ли? Это брат Ефросиньи. Ну вот, это тоже брат Ефросиньи сидит, окружили меня. И он что-то заерепенился там вечером, давай рычаги у машины. В темноте машина незнакомая. Утром ехать, машина не заводится. Какие это рычаги-то Вадим трогал-то, не знаю. Что-то его заело. Такое дело, я сейчас сяду на поезд и еду. Вот это да. В Хабаровском крае находимся-то. Маленько прошло какое-то время, что-то там тоже. Игорь Третьяков, я тоже сяду и еду. Понял как? Мы едем, полная машина грузу. И они, два шофера, меняют друг друга, один ночью, другой днем. Каждый день в среднем по 1030 километров едем. Много, да? Ну, мы ложимся в 10, а в 2 ночи подъем. Каждую ночь в 2 подъем и дальше вперед днем. А зачем в 2 подъем? Почему не в 5, не в 6? Потому что и нам за это время надо доехать до ближайшего города. Чтобы город, когда просыпается, мы были там. Мы подъезжаем рассчитанное расстояние. Никак. И я тогда вижу такое дело, то не стал говорить, и он тогда и говорит, вот, видишь, вот Игнатий-то попятился от нас-то. Я говорю, это означает следующее, что у меня есть цель, а у вас нету, у вас ее нету. А какая цель, когда ты бросил, у тебя цели никакой нету. Я где как поеду с машиной, я не шофер, но ясно дело, что вы сговорились вместе, и больше вы со мной никогда не поедете. Я уступаю ради цели. А он, смотри, вот мы как сделали так. Не бойся, Игнатий, потише стал себя. А что потише-то? Я что-то требовал с вас? Нет.
А он ночью идет, днем не идет на двор Третьяков, а ночью идет, фонариком светит. Мы в темноте, нам, чтобы не видно было. Почему ты не пошел? А я не хотел. Да какой же ты путешественник-то? Ты должен идти, когда нужно, а не когда хотел. Я вот уже 2 часа хотел, а не пойду. Почему? Придет время, тогда пойду. А он за это уцепился. В армии не был. Не был. В тюрьме не был. В монастыре не жил, поэтому в тебе весь сок сидит. А в армии по времени тоже? Там строго, как в тюрьме. Как в лагере. А как там, подъем в одно время? Сходил. Поход какой, а ты в кусты пойдешь? Шалишь. Там все вымерено по минутам. Вот это вот надо дальше ее отодвинуть, чтобы она... Посмотри, а то ребенок побежит и вахнет у нее животом. Вот. Вот она ходила магнитом. Смотри, что она собирала. Дайте глянуть, может, что надо мне. Можно я вот эту заберу, Игнатий? Да, можно, можно. У меня замочек у Ливии сломался этот. Поняла? Кто, нога? Это магнит таскала, и она нашлась на территории. Ну, находила сетку. Я ее покажу тут. Такая. Вот, смотри. Уже два. Уже два. Лили. Вот. 12:27 минут. Вон батюшка приехал. Давай вот сюда. Давай, веди ее ко мне. Вот, двумя руками не удержит. Иди сюда. Давай ее, пускай ко мне. Иди сюда, иди. Да вот она добрый хорошая. День, батюшка. Добрый день. Да ласково моя какая собачка. Да ну хорошая. Да ну, ой. Да сколько же тебе ласки-то, а? Ой, сказать не может, язычком она поцелует, а? Да маленькая хорошая собачка. Ой. Ну, только сейчас... Ты ее можешь пустить поиграть, батюшка. Она разбалуется здесь. Да ну пусти, пусть поиграет. С ней побегают ребятишки. Ой, давай. Ох, пошла. Ой, она пошла куда? Вот она. Ну куда она? Нормально. Все, пузо чешите. Пузо чешите. Да, ой, ногами-то, Ну так ей приятно. Она ногами. Ногой-то шоркой бери. Ну ладно, хватит. Ой. Беги, беги. У меня маленькие ребятишки, тут маленькая собачонка, одно к одному. Ну, пошла. Давай, проверяй. Пускай, она это все забудет. Леонида любит животных. А ну-ка убегайте от нее, она займ побежит. Убегайте от нее все. Давай. Давай. Ой. Пошла. Шарика нет. Папа найдите. Видал, что она? Правда. Это команда такая, спасибо тебе. Бедная собачка. Это называется удушающая любовь. Да мои пальцы лежат. О, давайте от нее побегаем. Давайте. Все, разбегаемся. Разбегаемся. Андрей, разбегаемся. Ребята, побежали в поле. Нагоняшки. Арсений. Нет, моя кепка. Арсений, в поле. Андрей, встань, ну что ты валяешься в грязи? Вика, посмотри, беги! Вика, ты вся грязная, ну ты что, зачем садишься-то? Отряхни юбку, отряхни, она грязная. Побежали! Побежали! Собачка, да. Собачья группа. Все, Лилия, теперь убегаем. Все, убегаем. Это самое любимое. Все, давайте побежали. Все, побежали. Все, Лилия, побежали.
так у нас ребятишки развлекаются в свободное время.